Волонтеры корпуса Мира дошли до Чедерлунги. Двигаясь пешком из одного населенного пункта в другой, они проходят тур по Молдове, посвященный 20-летию сотрудничества корпуса Мира с нашей страной. Мы захотели быть полезными, и после встречи с администрацией города мы выбрали детский сад номер 8 в Чедерлунге, где согласились очистить территорию. Мы хотели бы каждый день делать мероприятия в селах, в городах по пути, связанные либо с волонтерством или с здоровым образом жизни. Пятеро из 10 участников программы «Тур по Молдове» – молдавские лицеисты. Они помогают волонтерам из США добиться лучших результатов в работе с гражданами и местным сообществом. Так как там находится противопожарная яма, где находится большой резервуар с водой, и очень долго никто там не убирал, я вот как приняла детский сад, вот так оно и есть. Все руки не доходили. Ну, слава богу, вот люди пришли, помогут нам. И посмотрим, чем это все закончится. Надеюсь на хороший результат. Местные партнеры предоставляют волонтерам работу, помогают им адаптироваться к жизни в Молдове, сотрудничают в проектах. Труд волонтера не из легких, но интересный. Нет, нелегко, нелегко, но я очень благодарна, что могла прийти, и люди здесь так добрые. Это, сколько я скажу, никогда не будет хватать. Люди здесь так добрые, все равно работа сложна, но вместе мы можем строить другое. И мы могли. После 2 года я вижу, что сколько проектов получается. Я очень-очень рада, очень благодарна. Волонтеры работают в Молдове с 1993 года. Большинство живут в селах и районных центрах. После возвращения в США эти волонтеры продолжают свою работу в качестве неофициальных послов Молдовы, страны, которую они познали и полюбили.